Всем привет! И я вас встречаю с душой и любовью на своем канале «Посеем, пожуем». Идет октябрь, и в нашем Оренбурге первые заморозки. И сейчас мне хочется поделиться с вами, как растишки по-разному выдержали вот эти заморозки. И какие работы я сейчас провожу в октябре, в цветнике. Смотрим. Вот так мороз убил мой вьюн. Был шикарный вьюн, если вы видели мои ролики, какие здесь большие широкие листочки были, какие граммофончики были красивые от цветочков. Вот так вот прошел небольшой, кстати, мороз, и все вот это вот убило, и листочки черные висят. Здесь есть семена, я уже немножечко собрала вот эти вот коробочки, но они не успели вызреть, и я сухие собрала маловато. Сейчас я найду вот сухой, видите, вот сухой, вот его немножечко, вот он сейчас сырой, здесь вот такие черные семечки, и потом на следующий год я обязательно посажу этот вьюн, он мне очень-очень нравится. Можно, кстати, и зеленые собрать, но я боюсь, что их бабахнул мороз, и все. А вот этот вот, он даже не раскрывается, потому что сырой, вот надо подсушить, чтобы показать, какие там черные семечки. Но не все растишки перенесли вот так плохо мороз. Например, алисум. Ему хоть бы что, алисуму. Вот он, благоухает, и абсолютно все равно. Я утром выхожу, у него даже иней на листиках. Но ему все равно. Львиный зев точно так же прекрасно перенес. Здесь у меня петрушка, и я ее занесу домой. Вот она у меня в горшочке откопана, и буду кушать. Вот эта вот хризантема оранжевая, я ее, скорее всего, откопаю, посажу в горшок. Она у меня немножко дома побудет, потом обрежу и опущу в погреб. Хочу забрать вот такую вот петунию здесь у меня. Она вот, видите, отросла. Вот это все нужно обрезать, подстричь. И хочу с небольшим количеством алисума и петунии. Она у меня вот в таком горшке. Я ее заберу домой, и пусть она немножечко еще дома меня порадует. И петунья будет продолжать, друзья, еще и цвести дома. Роза перенесла прекрасно. Даже ничего абсолютно с ней нет. Вот сейчас, друзья, у нас в Оренбурге ночью был 0 и минус 1. Вот сейчас солнышко вышло, все растаяло. И завтра уже будет у нас плюс 10 днем и 2 плюс ночью. И пока розочку обрезать ни в коем случае, друзья, нельзя. Сейчас она еще набирает свои соки, она не болеет, листики здесь все хорошие, нету никакой пятнистости, мозаики, ничего абсолютно нету, ни пыльцы, ни паутинного клеща. Вот поэтому сейчас она у меня будет расти еще до минус 5, минус 5, минус 6 ночью, когда будет стабильно, я ее обрежу, это будет у меня отдельное видео, ролик, смотрите мой канал, мы вместе с вами обрежем, и, скорее всего, я ее начеренкую. Бархатцы, бархатцы прям пострадали довольно-таки сильно. Я уже собрала сухие семена от бархатцев, вот, и на следующий год их посажу. С бархатцами тоже будет у меня отдельный ролик, куда их деть, как, зачем и почему. Здесь удивительно, но благоухает ромашка. Вы посмотрите, какая она классная. И она в небольшом горшке. Я ее тоже занесу домой. Посмотрю, пусть она пока меня порадует. Виолка тоже в небольшом горшочке. Все это можно, друзья, занести домой. Хризантема. Хризантема вот это вот мультифлора. Я очень долго ждала, когда она распустится. У нас были очень-очень сильные дожди. И некоторые кусты хризантемы у меня просто пообломало. Так жалко вообще. Тоже буду обрезать. Вот алисум. Посмотрите, какая гора алисума. И ему хоть бы что заморозки, хоть бы что. Вовремя я накрыла гортензию. Я так думаю, что ей ничего нету. Вот она у меня вот так вот и пойдет в зиму, гортензия. Земляника, земляника. Так-то ничего, нормальная. Она выдержала заморозки. Листочки прям упругие. Тугор хороший. Прям отлично. Вот, видите, прошел дождик. И вот так вот, видите, что пообломал. Так жалко вообще. Сейчас я развяжу. Я вот это сейчас в вазочку посажу с водичкой. Вот это все нужно убрать, размотать. Так,
Ладно, я это... А сколько череночков? Вон сколько череночков. Можно набирать черенки спокойно. Ну, вообще, я ее вот так вот в зиму обрежу и накрою спанбомом. Она у меня в зиму пойдет. А здесь, вы представляете, выдержала прекрасно мороз. И что, как вы думаете? Это руккола. Мой любимый салат руккола. Вот этот горшочек я занесу домой, буду кушать. Вот тоже сломал. Видите, что? Вот. Во, помёрз. Это приправка базилик. Я его обожаю. Но видите, как сильно замерз. Надо было, вот забыла я его занести. Надо было мне его домой занести, этот горшок. И еще бы я покушала базилик. Вот. И это вот руккола, руккола. Я же его обожаю, это руккола. Вот. Сейчас мы обрежем с вами мои вот эти вот вьюны. Сейчас будем обрезать. Вот эти вьюны сейчас я все обрежу секатором. Так, вот так вот. Вот это все сейчас пообрежем. Пообрезаем. Так. Вот. Вот огромная гора вьюнов. Не свалилась. Так, здесь у меня аж за забор все вылетело. Вот, все вот это. И куда вы думаете, я эту кучу дену? Притащила эту кучу. Я же ничего не выбрасываю, друзья. Притащила эту огромную кучу вьюнов. Это целое одеяло. И как его выбрасывать? Зачем? Если я подкармливала их, добавляла сюда азот, фосфор, кальций, калий. Здесь столько витамин. Выбрасывать это, друзья, ни в коем случае нельзя. И сейчас я просто укрою свою землянику, клубнику. Я ее укрою как одеялом. Оп. Вот такое вот одеяло. Вот такое вот одеяло. Сейчас я растяну еще туда немножко и хорошенечко все поправлю. И у меня земляника, клубника будет прекрасно зимовать вот под таким шикарным одеялком. Плюс это все перепреет, все это уйдет питание в зиму. А там потом после снега, когда укроется снежком, я просто уберу остаточки. И даже если семена вдруг кое-где взойдут между клубничкой, я возьму это как череночки, откопаю, и мне даже не надо будет сажать. Я ранней весной просто рассажу эти, ничего страшного. Но я думаю, вряд ли они взойдут, скорее всего, потому что был очень сильный дождь, вот, они мокрые, да еще морозы сильные ночью, скорее всего, погибнут. Ну, может быть, стратификацию пройдут и прекрасно вырастут. Друзья, я с вами прощаюсь. Ставьте лайк, кто молодцы, досмотрел до конца мои ролики. И продолжайте делать работы осенние на своем цветнике.